Джамал Шейх Шариф – один из опаснейших людей в стране. Под его началом ополченцы захватили несколько ключевых районов города. Из-за них гуманитарная помощь не проходит. Найди Джамала и устрани его. Он перемещается дважды в день. В последний раз мы засекли его здесь, в отеле «Зинаки». Вряд ли он еще там, но имеет смысл начать поиски оттуда. Работаешь без прикрытия. Открытый бой не вступать. Ты одна. Разыщи цель, устрани ее. Включи GPS-маячок, и мы тебя заберем. Времени у тебя только до рассвета, так что торопись. Пленных тут принято привязывать к джипу и тащить через весь город. Их пока собирают по частям, так что... Я вернусь до того, как найдут тело. Будь осторожна, Джоди. Не лезь под пули. Не бойся. Я не одна. Открытый бой не вступать. Ты одна. Айден, проверь, чтоб не было солдат. Ну что же, принесем и в эту страну демократию и демократические ценности. В открытый бой не вступаем, да и не видел бы. Не видел я, точнее, что у нее, что она обвешана каким-то оружием. Так, тот у нас красненький ушел. Похоже, это все. Сейчас этот ходит. Но Джоди, судя по всему, сейчас находится в каком-то безопасном месте. Так, и надо привлечь внимание этого солдатика. Ну, конечно, стоит, чтобы он обратил внимание на стук. Но он ходит по кругу, поэтому прям долго не будем выслеживать его траекторию. Пошли потихонечку. Да. Чуть печалька не случилась. Пойдемте теперь за другим солдатом. Вот здесь, как видно, лестница находится. Проверяем. Ну, естественно, Айден у нас идет. Идет вперед. Да, его можно задушить. Наверное, это сейчас и сделаем. Без шума и, как говорится, пыли. Круто. Так, только подождите, момент. Я с этой стороны, конечно, его убрал, но тут еще же кто-то может быть запросто. Сейчас проверю. Здесь... Да нет, похоже, пожалуй, все чисто. Можно спокойно подниматься наверх. Ну и искать путь дальше.
Повезло, однако же. Так, что имеем здесь? У нас тут... повешенный. Черт. Последний раз мы засекли его здесь, в отеле Зинаки. Поищи что-нибудь. Поискать без проблем. Так, трупик, трупик, трупик. Вот здесь наверху у нас стража. Теперь идем. Там не очень-то он и далеко находится. Давайте тоже получим сейчас доступ к бонусу. К новому бонусу. Пока все чисто. А чисто ли, да? Да, все чисто. Смотрим, 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 быстро. Эх, можно вот так вот сделать. Да неужели у нее даже, я не знаю, там ножа нет? Ну нет, нож-то обязательно у нее должен быть, если она рассчитывает на успешную операцию в стелс-режиме. Ну что, пронесемся дальше, пожалуй. Попробую. Надеюсь, никто не заметит. Так, еще быстрей. А вот смотрите, как все хорошо. Так, 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 куда это они побежали и что там случилось? Дайте поглядеть. Убери их. Успел, успел спасти невинного, наверное, заложника. Он убежал уже? Да, он уже смылся. Ну и правильно, правильно сделал. Смотрим дальше. Ну вот так вот, от укрытия к укрытию. Еще дальше. Там, кстати, где-то лестница была. По ней, наверное, тоже можно было пробраться через крышу. Но такой вариант тоже, тоже неплох. По земле все видно. Благодаря Айдену. И да, вот написано даже Зинаки. Это наш отель. Давайте вот... далековато. Понял, понял намек. Давайте дальше перебираемся. Отель Зинаки. Уехали. Нужно в этом удостовериться. Ой, там, смотрите, там целая куча просто. Так, ну я в этот раз... А, смотрите, нет, 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 нет. Пока это невозможно. Ну, давайте тогда будем... Будем заходить. Еще что-то тянуть. Ну, сейчас-то получится его задушить? Да, только нужно ли его душить? Не знаю, не уверен. Что это прям-таки необходимое действие. А есть ли наверху у нас кто-нибудь, кто охраняет это место? Слушайте, нет, никого нет. Поэтому зачем его убивать? Мы просто мимо него пройдем. И... Да, пускай он там. Ушли. И террорист, но обойдемся меньшей кровью.
Наша цель не убить как можно больше этих повстанцев или кто они здесь, а выполнить операцию. Есть риск того, что любое необдуманное действие может привести к провалу. Так, поехали. Сейчас будем с вами смотреть фрагменты. И пытаться понять, куда удрал главный. Главная цель. Он здесь был. Он здесь был. Пока непонятно, что конкретно заставило их отсюда уйти. Так, посмотрим, сейчас Сайден нам подскажет, где еще остались места, которые нужно исследовать. Но вижу два места. Так. Вот здесь еще что-то есть у нас на столе. Да, все то же самое делаем. Выстраиваем, так сказать, картинку. Руины собора. Искать надо там. Здесь рядом есть собор. Его легко найти. Отвлекающий маневр, да? Но у нас-то еще есть один неизученный объект. Стол. Не знаю, возможно, она понимает, о чем там они говорят, может быть, не понимает, но тоже перевод бы, я думаю, что не помешал бы здесь. Ну, давайте, куда там? К собору, так к собору. Путь не близкий, но начнем. Айден может с ним расправиться. Так, он один. Ой-ой-ой-ой, здесь их много. Так, это кто, заложник очередной у них? Нет, это такой же повстанец. Сейчас. Так, чтобы никто меня не заметил. Тут навряд ли бы я смог им помочь. Так, запускаем. Запускаем Айдена, и Айден видит, что своими силами сможет одного из них убрать. Ну, попробуем сейчас подобраться поближе. Тут, наверное, я и сам смогу убрать. Не, крутая девка, смотрите, как лишает лихо жизни. Так, проверяем дальше. Все стандартно здесь. Так, есть один, вижу одного. И до туда точно нужно идти. Тихо, 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 не беги, не беги, не беги. Там он очень близко.
И это немного меня напрягает. Может быть, как-то можно его отвлечь сейчас. Надо попробовать. Давайте, знаете, как сделаем? Очень просто отвлечем его на бочку и прям бегом попытаемся до него добежать и, ну, нейтрализовать его. Ну, хотя здесь ни о какой нейтрализации речи нет, потому что она их убивает. Просто ломает шею. Так, куда же дальше? Туда не стоит. Где стоят машины? Давайте попробуем сюда. У них тоже были заложники. Похоже, что это были две женщины, может быть, чуть больше. И тоже удалось их спасти. Тот его напарник что-то отвлекся на него. Фух. Даже, да, здорово, что не пришлось в очередной раз проливать кровь. Ну, конечно, здесь по этому поводу беспокоиться особо не стоит, потому что... Так, успею я спасти? Давайте. Ай, не успел. Убили, по-моему, они заложника. Ну вот за убийство, да, тоже нужно отвечать симметрично. Да, убитый. Жалко, жалко, конечно. Даже не один здесь, а двое. Тут уже кто-то убитый. Я не пойму, они что... А, подождите, вот, а вот здесь что такое? Там что-то светится. Сейчас попробую, может быть, вот здесь как-то попробовать туда пролезть. Не уверен, конечно, получится ли. Сейчас около стены здесь посижу. А Айдена попробую направить туда. Но нет, идти через эту стену у него вообще никак не получается проникнуть. Там, наверное, тоже какой-то бонус. Так, они отвернулись. Собор. С какого ракурса мы видим? А может быть и не доступ к новому бонусу. А скорее всего, да, место, которое тоже нужно сейчас, ну, соответствующим образом изучить. Так, посмотрим сразу. Раз, два, три, четыре. Четыре у нас точки. И, наверное, это все здесь. Ну, начнем тогда отсюда. Как-то он очень цивильно одет, на самом деле, для какого-то повстанца. Обычно вот эти всякие повстанцы, они же, ну, в такой военной одежде. Потому что постоянно перемещаться надо, куда-то переезжать с места на место. За ними же охотятся не только американские спецслужбы. Опасный, говорят, человек. Ну что же, задание у нас с вами простое. Это, наверное, как раз за ними приехали. Они начали отстреливаться. Так, что с канистрой? А, нет, стоп.
Здесь еще есть у нас карта. И снова, смотрите, в очередной раз нас пытаются отвлечь от последнего объекта, который есть на месте. Этому не повезло, его убили. Посмотрим, при каких обстоятельствах это произошло. Да, напали. Они чуть не опередили меня. Головорезы тоже какие-то. Все, можно, можно, пожалуй, идти. Зачем, 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 зачем ты разворачиваешься? Нам нужно на выход. Ну, ориентир у нас с вами очень простой. Его очень хорошо видно. Я думаю, может быть, попробовать здесь проскочить через... Вот этот храм разрушенный. Или что тут, мечеть была у них. Ну, вроде бы никого нет. Меня это радует. Так, стоп. Слышите, какие-то странные звуки. Сейчас здесь до края доберусь и выпущу погулять Айдена. Так, смотрим. Смотрим, кто здесь может находиться из противников. Ну, смотрите, здесь у нас кто-то лежит, помеченный зеленым. Наверное, его вылечить надо. Раненый у нас. А, смотрите, так это вообще какой-то мальчуган получается. Ну, давайте спустимся, попробуем его излечить, поставить на ноги. Да, конечно, бойкая баба. Тихо. Ты ранен. Я хочу помочь тебе. Я сейчас подойду. Ты... Не стреляй, ладно? Тяжеловат, конечно, будет автомат для одной руки ребеночка. Так. Он потерял много крови. Если я не помогу, он умрет. Так, что у него тут? Повреждено колено. Проблемы с ногой. Как новенький. Да. Прости, я не понимаю, что ты говоришь. Салим, Салим. Тебя звать Салим? Салим. Джуди, я... Джоди. Джоди? Да. Да, Джоди. 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 О, черт. Похоже, у нас проблемы. Похоже, у вас очень большие проблемы. Не, ну парень-то... А, хотя, смотрите, это опять чуваки, которые с обвязанными головами. Это, наверное, не союзные. Получается, для него силы. Для этого мальчугана. Его отсюда тоже живым, пожалуй, не выпустят. Айден, ты мне нужен! Айден, ты мне нужен! Айден всем нужен. Сейчас задушим. Души, души, души его.
Вот, в этого еще можно вселиться. Ладно, а, как бы не так. Не знаю, в чем проблема, но мне кажется, проблема в том, что далековато он просто находится. Да. Так, прибили его или просто вырубили? Сейчас он начнется. Нет, наверное, не должен начнуться. Давайте за следующее укрытие тогда. Попробую сейчас. Ну, сейчас должно. Да, сейчас все получится. Ну, сказали же, без мокрухи, по возможности, уходим, она шумит тут. Сейчас парень нас куда-нибудь приведет. Черт, с ножичком это будет опад. Ой-ой-ой-ой-ой. Там просто было непонятно, куда, в какую сторону надо двигаться. Здесь-то все ясно. Не успел, что ли? Блин, у парня того, мальца, автомат, по-моему, был. Ох. Да, неплохая была комбинация. И парень прибежал. А чё, случилось? Ничего. Ничего. Я цела. Мы классная команда, да, Салим? Улыбка Салима даже, смотрите, восход вызвала. Теперь сложно будет прятаться. Башня. Та самая башня. Туридина Джабила Унай. Эла Боржа Шабаб. Туда мне и надо. Астача из Чабукин Чичи. Эт Таали. Эт Баин. А что мне терять?